Рис с овощами получается вкусный и рассыпчатый. Приветствую вас, друзья, на канале Kinder Slime. Будем готовить вкуснейший рис с овощами. Блюдо готовится легко, быстро и просто. Ингредиентов надо совсем минимум. А именно, понятное дело, что нам понадобится рис. А кроме риса, из овощей нам понадобится лук. В данном случае я беру две небольшие вот такие вот луковицы. Также надо будет морковка. Морковки я беру, три такие маленькие морковки. Можете взять одну большую или две средних. Я взял вот таких вот три маленьких чищенных морковки. И кроме морковки нам надо будет еще кукуруза. Если нет кукурузы, можете использовать зеленый горошек. Это не принципиально. В данном случае мне нравится кукуруза, поэтому будем использовать кукурузу. Еще нам понадобится немного растительного масла, на котором мы это все дело будем готовить, и специи. Из специй я уже готовую взял смесь. В состав смеси специй входит, лук сушеный, кориандр, паприка, куркума, чеснок сушеный, кмин, пажитник, корень сельдерея сушеный, укроп сушеный, кардамон, кумин, перец черный, тимьян, имбирь, корица, лавровый лист, перец черный, петрушка сушеная, мускатный орех и перец душистый. Очень хорошая смесь специй. Специи подобраны отлично. Ну и понятное дело, соль по вкусу. Процесс приготовления очень прост. Это очень быстрое, простое и в то же время вкусное блюдо. Все, что нам надо, это сейчас натерем морковку на крупную терку и нарежем кубиками лук. Берем терочку и трем морковку. Морковку мы успешно натерли. И теперь очередь за луком. Так, это все дело отставим в сторонку. Лук чистим и нарезаем. Лук мы успешно освоили. И теперь нам осталось открыть кукурузу, отцедить жидкость, вылить. Она нам не нужна, нам надо будет только кукуруза. И помыть рис. Рис я мою хорошо, пока вода не станет прозрачной. И по традиции я рис мою 7 раз. Пошли мыть рис. Все подготовительные работы выполнены, и теперь осталось все это дело скомпоновать и приготовить до готовности. Значит, процедура следующая. Берем сковородку, наливаем на нее растительное масло, обжариваем лук с морковкой, добавляем рис и кукурузу, солим по вкусу, добавляем специи, заливаем водичкой и тушим на сковороде под крышкой до готовности. Пошли готовить!
Чтобы аромат специй раскрылся, добавляем специи в процессе обжарки овощей. Рис перемешиваем с овощами. Заливаем 3 стаканами воды. Накрываем крышкой и тушим на маленьком огне 25-30 минут до готовности. Рис с овощами приготовился. Вот такая вот красота у нас получается. Мы подождем немного, чтобы он остыл, и будем дегустировать. А пока рис остывает, хочу обратить ваше внимание. На 1,5 стакана риса мы взяли 3 стакана воды. Ждем немножко времени, чтобы рис остыл, и будем пробовать. Рис выглядит очень аппетитно и вкусно. Давайте попробуем. Вкусно. Что можно сказать? Класс! Рис получился отличный, очень вкусный. Морковка и лук придали свои нотки вкуса. Чувствуется тонкий аромат специй. Рис рассыпчатый. Советую вам попробовать приготовить хотя бы один раз. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим рецептом с друзьями, готовьте сами, а я для вас буду снимать еще больше вкусных и интересных видео.